Всем привет! Все долго думала, как вам представить Настю, да никак. Вот Настя. Всем привет! Это Настя, она живет с нами. Все, пока. Union Market. Я не знала, как это вам объяснить. Это не рынок, это не ферма. Это вот такой вот прилавок с фермерскими продуктами. Пойдем посмотрим. Вообще, честно говоря, наша главная цель — это здесь пофотографироваться. Посмотрите, какой кайф. Там еще красный трактор классный. Сейчас пойдем купим помидоры, спросим, можно ли пофоткаться, и займемся этим прекрасным делом. Традиционно надо посмотреть цены. Огромные, такие оранжевые, классные, да? А вот такие, вот это вообще бомба. А, цветок? Ну да, тоже ничего. Прям, да. Чили, томаты. Вот это, мне кажется, какие-то немножко как будто магазинные. Но пахнут. Давай спросим. Давай спросим. Давай посмотрим, что еще есть. Так, сливы. 3,99 за паунд. Ну и, естественно, все яблоки макинты. Можно их набрать, их можно купить тут. Whole decor. А, это маленькие по $1.79, да, Марин? Как они по размеру, от и до. А, ну по весу, и приблизительная цена. А в позу кто будет становиться? Тыквой. Кукурузка, красиво. Тебе нравится, Настя? Безумно. Ты в телефоне, Настя? Я чатюсь с новыми друзьями. А, извините. Губчики по 99 центов, прям как будто бабушкины. Это прям. Кто? Это сквош. Сквош? Потому что давить надо, его давить. Вон, summer сквош. Просто великолепный. Сейчас мы его, конечно, фотографируем по полной. На меня глазками видно. Люди приезжают, прям набирают эти тыквы за $1 миллион и везут. А что делаешь? Ну, красивые, правда, тыквы красивые. Вас, наверное, все еще интересует, кто такая Настя. Наверняка. По-моему, 9 сентября. Мы едем в школу. Еще рассвет, смотрите, у нас есть. Вот так виднее его лучше. Ладно, не так все драматично. Елочки уже посадили. Тут на днях траву привезли. Все прям... Скоро здесь будет уже все красивенько. Уберут эти баки, будет красота. Мы поехали. Надо записать, наверное, это видео. Рассказываю, как у меня дела. Холодильник мы еще не отремонтировали, он еще в процессе. Стол еще не привезли, дивана тоже еще нет.
по документам там начали регистрироваться везде. Разрешение на работу мне пришло буквально неделю назад, и мне пора делать права. Сегодня сейчас я заберу Марину со школы и попробуем поехать. Я сегодня звонила в DMV, сказали, что не нужен appointment, просто приезжайте и все. Ну, поедем, попробуем. Я, честно говоря, сомневаюсь, что с первого раза это получится. И очень у меня странная ситуация, потому что у меня были права в Северной Каролине, теперь мне их нужно перевести в Южную Каролину, но они закончили срок своего действия. И ну, я надеюсь, что мне не придется сдавать заново все тесты, и все будет окей. Забрала Марину со школы и заехала в Макдональдс. Марина голодная, а я хорошая мать. Короче, выдрочила меня сейчас тетка на приеме заказа в Макдональдсе. Марина всегда заказывает одно и то же. Говорю, medium french fry. May I have a medium french fry and strawberry milkshake with no cream on the top? I'm sorry, what? Okay. French fry, medium size, strawberry milkshake. Короче, эта дамочка меня заставила это повторить раз 7. В разных интерпретациях, сколько, какого размера и так далее, выдрочила меня. Я позвала супервайзера, менеджера, говорю мне, кого-нибудь. Говорю, can you hear me? Она говорит, yes. Я говорю, strawberry milkshake and french fry medium size. Can you understand me? Она говорит, yes, I can. Я говорю, а какого у вас там стоят люди, которые... Я говорю, is it United States? Короче, я побыла скандальной бабкой. Спокойно было, нормально все было. Нет. Еду в DMV раздроченная уже. Ну, короче, извинились, ну что мне? Ну, сейчас успокою. И я ж понимаю, что... Случаются такие ситуации, когда это она не понимала меня, не надо мне рассказывать. Недавно тоже рассказывала Саша знакомая, когда она заказывала, по-моему, в Харриститере она заказывала что-то, не помню там, то ли креветки, то ли курицу, что-то с flavor, lemon and pepper. И она говорит, lemon and pepper flavor. И он такой, что? Говорит, а она здесь уже 11 лет. Lemon and paper flavor. Какой flavor? Lemon and paper. Он говорит, у нас нет такого. Говорит, у вас нет lemon and paper? Нет, говорит, у нас такого нет. Говорит, ну вот же у вас написано. Говорит, тут написано, ну, это lemon paper. Не надо там говорить слово and. Это lemon paper, а не lemon and paper. И она говорит, ну короче, тоже она выдрочилась из-за этого. И стояли еще люди в очереди и тоже говорят, ты не права, ты неправильно говоришь. Ну, им Саша тоже сказала, говорит, вы какой-нибудь язык еще знаете, кроме английского? Нет, а у меня это третий. Так что, что я заказываю? Стейк? Стейк из тунца? Бесит меня. Случай, когда мы только прилетели, здесь немножечко название в меню Макдональдса отличается. Ну, понятно, гамбургеры, они везде гамбургеры. И я вспомнила, как я первый раз заказывала potato free. Они такие, что? Я говорю, potato free, free, potato. Они на меня смотрели, как на полоумную какую-то, которая требует бесплатную картошку, а оказывается, она french fry. Часто я заказывала french fry, а не potato free, дайте мне, и хоть ты тресни. Вот так выглядит ГАИ в Южной Каролине. DMV по-американски, ГАИ по-нашему. ДАИ по-украински.
Ну что, повезет нам сегодня. Честно говоря, не очень надеюсь на что-то, что мне получится все с первого раза. Обычно они тут морочат голову с документами очень много раз. Тесты я сдала тогда с первого раза, но документы у меня получилось собрать все раза с третьего, наверное. Посмотрим. То было в Северной Каролине, а это в Южной. Марин, ты выложила все свои пистолеты? Ничего не вышло. Они сказали, что здесь они обслуживают только граждан США, тех, у кого есть паспорт. А если у вас нет, то вам еще пиздячить 26 минут. Мы тут вам ничем помочь не можем. Мы не знаем, как это делается. Едьте туда, они там знают. Дискриминации? Нет? Как вы считаете? Приехали в другое. Ну что, делаем ставки. Получится, нет? Проездила полдня уже. Из одного дня в другой, в третий. Получится, Марин, сейчас? Как ты думаешь? Нет? Я тоже думаю, что нет. Ну, пойдем услышим, по какой причине у нас не получится ничего. Только не рассказывайте мне, что надо думать позитивно. Я в этом DMV не первый день замужем. Hi. Hi, I'd like to renew my driver's license from North Carolina to... That's terrible too, but that's alright. Alright, I'll give it. Okay, thank you. Эй. Очень тяжелая. Для этого дали салфетку протереть. Тут я должна отметить, что тетя, которая меня принимала, она, конечно, молодец. Она могла меня отправить и сказать, что у вас нет всех документов. Но она возилась со мной и искала, какие варианты, чем я могу подтвердить свой адрес. Нужно иметь два документа, подтверждающих твой адрес. И это должны быть биллы. А так как мы еще только начали жить, то еще никаких счетов за коммунальные услуги нам не пришло. Я удивлена. Ты удивлена, Марин? Я точно. Ты удивлена? Угу. And you, ma'am, you take my driver's license, yes? Yes, you do. Okay. Маму включать? Да, выключу. Сейчас я запишу видео, открою окна, выключу кондиционер и скажу, я таки получила права, это чудеса. Чудеса, ребята, вокруг нас. Это... И хорошо, что я это сделала сейчас, потому что мне их нужно получить до того, как лететь в ноябре, на 10-го, какого, до 10 ноября самолет. Я надеюсь, что до этого времени они придут. Должны прийти. И должны прийти со звездочкой. Если они придут без звездочки, то будет хреново. 12,50 стоили права. Их дадут мне на 2 года. Они потребовали только подтверждение адреса, две бумажки с подтверждением адреса. Я дала билл за газ, и они хотели deed. Deed, по-моему? Да, deed. Я не знаю, что такое deed, это какой-то акт. У меня его еще нет на дом. То есть какой-то, то есть никакие вот эти бумажки, которые подошли для школы, они здесь не подошли. И нужны были другие. В общем, она мне начала спрашивать, что еще у меня есть, какие могут быть варианты. И ей подошла страховка на дом. Угу. Я нашла ее, причем по имейлу, я ее переслала, она ее там распечатала. Она у меня забрала Норт-Каролайновские права и дала вот эту вот бумажку, вы видели такую. Все, меня сфотографировали и теперь сказали ждать, когда придет на почту. Бумажкой. Я уточнила, правда ли, что не все DMV обслуживают не граждан. Она сказала, да, всего лишь, по-моему, ну тут в округе там несколько DMV. Которые работают с негражданами. Так что ладно, не обманула меня предыдущая тетка. Вот и все. Эта рубрика пока что закрыта. Большое дело сделали. Все, поехали, нам 50 минут ехать домой. Пристегивайся. Марин, а ты видела, что нам привезли? Вон, смотри. Наши это такое счастье. Я никогда не думала, что я буду так рада мусорным бакам. Ты рада, Марин?
Нет? Конечно, ты же не возила мусор в одну сторону 25 минут. Сегодня 1 октября. Сегодня должен снова прийти мастер. Он на той неделе заболел и не пришел. Я в этот раз уже умнее. Я выгрузила лед. Боже, я там руками лазила. Я ж могла себе пальцы отпонахать. Вот он у меня тут тает. Тут плохая морковка. И в принципе он уже разморозился. Отсюда я не выгружала ничего. Там все так и лежит. Ждем-с. Надеюсь, что сделают, и я смогу себе позволить полюбить этот холодильник, потому что он уже почти месяц, а я люблю пока что только свою мусорку. Ай, девочка. Все-все-все. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, жду. Жду, посмотрим. Надеюсь, сейчас все произойдет. А завтра должна... завтра должен приехать стол. Ковер что-то поехал. Марина сказала, что она вчера там разлила суп. Возможно, от этого. Ну, не знаю. Навряд ли буду его возвращать. Наверное, будет теперь такой ковер. И вот эта люстра. Я в Инстаграме говорила уже, что я ее нашла. Я научилась пользоваться поиском в Google через фотографию. И эта люстра, знаете, сколько стоит? $662. Я иначе на нее посмотрела. Ну да, ладно, там плюс 2 плафона. Может, там на эти 5 плафонов, может, 550. Но я все равно иначе стала на нее смотреть. Не то, чтобы она мне стала сильно нравиться. Появилась мысль пойти ее сдать в магазин. Ну, конечно, я так делать не буду. Конечно, мне просто нужно, по крайней мере, теперь я знаю модель. Почему я вообще ее искала? Я хотела найти модель и понять, как снять эти плафоны дурацкие. И вот хочу попробовать снять плафоны и вкрутить туда просто лампочки. Такие у меня новости. Пока что пойду поработаю, пока жду мастера по холодильникам. It's holding. Mm-hmm. Yeah. Give it 20 minutes and then you can Okay. Good. Thank you so much. Все сделали. Сказали, что там, 12-20 минут. Не услышал. Подождать. И можно включать его в розетку. И все будет уже чики-пики. Я побежала за Мариной, потому что опаздываю уже. А, я же так и не сказала, что было. Этот человек за $150 неправильно установил дверь, которую вот он снимал. И он неправильно ее установил. Он ее снял, adjust, и что-то прогрел немножко феном, и все прекрасно заработало. Все, сейчас вернусь, начну любить холодильник свой. Вот, мы приехали сделать money order, чтобы подать на разрешение на работу для Ромы. А у Марины тут... У тебя такая же дома, да? Да, только она... Только она почему-то не крутится уже. Надо вернуть ее и взять эту. И она белая. Конечно. Конечно, Марин. Вот. Жидкость для дым-машины. У нас есть дым-машина. Марин, встань, пожалуйста. Марин, смотри, что есть. Что это? Что это? Это волк. Хочешь, я буду волком, а ты будешь красной шапочкой? Оу-оу-оу. Жарко? Нет, то плохо видно. Тебе волк? Да. Без зубы. Марина выбрала себе собачку. Собачка та-та-ташка. Придется взять эти. Какие тыковки прикольные. Ага. Надо разобрать свой гараж, в конце концов, и найти много всякого интересного. Скажи, я злой, страшный, серый волк. По итогу мне тут сказали, что сегодня мы не делаем мани-ордер, следующий. Окей, я пошла в машину и, найдя другое место, решила сначала позвонить. Сказали, что у них все окей, и с третьего раза я сделала таки этот мани-ордер. Я не помню, я вам показывала мое божественное ведро для картошки. Такое же для лука есть. Кайф, да? Закат или рассвет?
Поэтому я хотела сказать, что вопросов о миграции будет возникать очень много и очень долго. И если у вас вызывают большие трудности этап заполнения анкеты на DV-лотерии, то задумайтесь, нужны ли вам эти проблемы и трудности, да еще и на английском языке. Всех люблю!